Красная рыба – прекрасное украшение для любого праздничного стола. До Нового года остались считанные дни. Успейте посетить выставку-продажу «Икра и рыба камчатская». Чавыча, белорыбица, омуль, палтус, тунец, зубатка. Эти деликатесы поставляются с Дальнего Востока нашей страны. Ежедневно на выставке продажи только свежее мясо рыбы. Этим ярмарка и привлекает своих постоянных покупателей. Многие из них приехали сюда вновь, чтобы закупить полюбившуюся рыбку уже на Новый год. Красную рыбу. Она очень вкусная здесь. Вот. Она не такая дорогая, вот, и высокого качества. Почти каждые выходные сюда хожу. Наступающим и вкусных закусок вам на столе. По русской традиции зачастую хороший праздничный стол не обходится без икры. Здесь представлена красная икра на развес. Ее можно попробовать, чтобы оценить вкус и качество. К тому же, как говорят консультанты, ее без проблем можно хранить в морозильной камере, потом на сутки переместить в холодильник и подавать к столу. Некоторые рязанцы, узнавшие об этой выставке продажи недавно, в основном покупают чавычу – излюбленный деликатес большинства жителей Камчатки. Ну, что-нибудь новенькое хотелось попробовать. Чавыча, наверное. Вот. Так, вы на по какому-то поводу или как? Да, на Новый год. Ага. Как будете хранить ее, подавать? Да не знаю, просто съедим. Чавыча ценится за красное, жирное, сочное мясо и икру. Эта красивая крупная рыба считается самым крупным лососем, обладающей удивительно вкусным и полезным мясом. К лососевым относится и белорыбица, которую высоко ценят рязанцы. Очень вкусная, нежная, малосольная. Приятно будет кушать на Новый год. И для здоровья очень полезно, да. Все гости выставки продажи «Икра и рыба камчатская» могут быть спокойны. Рыбки должно хватить для всех. Ярмарка продлится до 31 декабря включительно возле центрального входа в торговый центр «Премьер». Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».